Защитить хвойные деревья от незаконной вырубки – одна из задач полиции в предновогодние дни. С 15 декабря в области проводится акция «Ель». Сотрудники природоохранной полиции проводят рейды по лесным массивам, местам торговли. В них принимают участие представители территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по Североказахстанской области. Полицейские напоминают, что незаконная вырубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, влечет штраф. На физических лиц до 153 тысяч тенге, входящих в лесной фонд до 360 тысяч тенге.